Головне, що наші блогери, вони чітко знають, хто правий, хто винний, що Україна – це понад усе, Україна переможе. От зараз такою блогеркою, мільйонником, а однією з найперших блогерів в Україні, Анною Алхім, ми поговоримо. Вона теж і до росіян зверталася, і говорила: «Аня, доброго дня! Здравствуйте! Це буде Україна, правда?» Конечно, 100%. Еще чуть-чуть нам осталось, и мы победим. В этом нет сомнений. Да, ви, до речі, одна з небагатьох, хто записує у себе ще такі відео, знаєте, які кажуть: так, давайте, давайте, стоїмо всі разом, ми всі разом, з такою, з підтримкою у вас виходить. Скажіть, а ви розкажіть, бо я якось пропустила цей момент. Ви до росіян зверталися, що вони вам там розповідали спочатку? У меня седьмая, извините, я буду говорить на русском, потому что я привыкла, да, на украинском буду очень долго говорить. Я обращалась к россиянам, я обращаюсь к ним каждый день, у меня седьмая страничка в Инстаграме, они заебали меня сносить, блокировать, у меня уже просто нет сил, у меня какая-то с ними война, но я, знаете, я уже остановилась и уже выдохнула, и уже просто с них смеюсь, потому что, ну, нет смысла спорить, они реально промытые, не все люди выходят на митинги, за это им огромное спасибо, за то, что они не боятся, за то, что, ну, просто вы понимаете, это всемирная война, это не только наша война, это война не Украины с Россией, это война добра со злом, а как вы знаете, добро всегда побеждает, поэтому люди, которые боятся и отмалчиваются, они, ну, у них президент шизофреник, посмотрите, он снимает в кустах каких-то видео под зеленку, ну, о чем мы говорим, люди же это видят, они просто боятся, ну просто, они уже обосрались и, наверное... Я не знаю, я не хочу их обрадовать. Для меня, я стараюсь фильтровать, я понимаю, что прямой эфир, не нужно матов, но кроме матов я ничего не нахожу. Народ, причем, знаете, мне кажется, большая часть нормальных людей в России уже поняли, что уже им пиздец пришел. А остались эти вот такие гав, 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 и они пишут какие-то, я вообще не знаю, какие люди, на какой окраине они живут. Это предсмертные конвульсии. Поэтому у меня уже, знаете, начал появляться какой-то позитив, потому что у меня депрессия, агрессия, слезы, паника. А сейчас я уже понимаю, посмотрите, как наша Украина держит удар. Как, ну, мне кажется, ни одна шлюха в Дубае так не сосет, как сосет сейчас Россия, просто от наших войск. И я уверена, я четко знаю, еще чуть-чуть мы победим. Весь мир за нас, а Россия, блядь, не видит. Она одна думает, что мы сами себя убиваем. Ну, просто, ну, конченые. Ну, она скоро ничего уже россиян... не побачить, там же интернет у них приглушают, знаете, эту информацию. Можно ж на ты, Ань? Да, конечно. Питання, бачила сторіс таку шикарну про те, що у батьків є якраз такий ритуальний бізнес, є труни. Я так розумію, що там акція, приходять росіяни, готові безкоштовно росіянам віддати ці труни, щоб приведи друга, буде тобі другий подарунок. Вы знаете, подписчики пишут, для них это дорого только в пакетах, но наш народ, наша страна отличается тем, что мы люди, и у нас есть человечность. И поэтому всех россиян похороним в гробах. Не переживайте, родственники, мы не вы. Абсолютно вірно. Розкажи, Ань, ти в Дніпрі, як там ситуація, наскільки люди, який настрій, чим займаєшся, окрім того, що якби така волонтерська допомога росіянам трунами, от чим ще? Я в Днепре, да, я, честно говоря, много ем, мало сплю, переживаю, как всячески могу поддержать, настроение у нас боевое, в теробороны люди просто не могут записаться, настолько все хотят, все прям, знаете, все ждут, когда это закончится, но если это, но если они придут, все их тоже ждут, поэтому я не советую никому приходить, в Украине сейчас очень боевой настрой, мой Днепр, он, это вообще страшный город, я в Снеке, все из него бегут в панике, из городов бегут, а я наоборот туда вернулась, и я не понимаю, людей хватает, я понимаю, что страшно, это ужас, что творится. Я иногда смотрю новости, я не верю, мне кажется, это фильм, я не верю, что это происходит у нас. Но у нас боевой дух, поэтому я уверена, что все будет хорошо. Знову ж таки, те, що блочать сторінку весь час, люди швидко переходять, повертаються з тієї самої Росії? Да, очень, причем, знаете, я заметила одни и те же, вот одни и те же, их как будто, вот очень много фейков, где ноль подписчиков, где, ну, просто фейковые странички, пишут комментарии, но я их сразу блокирую, у меня седьмая страничка сейчас, удалили шестую, которую накануне, вот перед войной удалили, но ко мне 150 тысяч моих стандартных подписчиков возвращаются в течение 4-5 дней, поэтому можете удалять странички, можете в сраку себе засунуть свои жалобы, но как бы это не страшно. Ань, были те, кто передумали, были те, кто зрозуміли, я подивився видео, я зрозумів, что мы не праві.
Еще раз, були ті, хто з російських, ті, хто передумали, ті, хто подивилися відео, послухали і от зрозуміли, що насправді Росія напала на Україну. Из тех из комментаторов нет, у меня не, ну, я, это неадекватные люди, у меня не хватает на них разговора. У меня есть много друзей в России, и я с ними общаюсь. Кстати, несколько человек отказались от общения со мной, потому что, видимо, санкции, я не знаю, видимо, может бояться, что какие-то прослушки, они даже не отвечают мне на сообщения, а остальная половина отвечают и говорят, что там пиздец, и хотят уезжать, не, ну, вот думают, рассматривают, в какие страны им ехать, потому что оставаться там они не хотят, потому что у них пиздец. И еще меня возмущают комментарии тех людей, которые говорят, у нас все хорошо, у нас все хорошо, ну вот эта спецоперация вам от Украины, пусть у вас все будет хорошо. Анечка, я розумію, що у нас зараз вже така громадянська позиція – це відправляти всіх за російським кораблем, але зрештою просимо так прямо не виражатися в ефірі. От, з усією лексикою. Хоча ми абсолютно розуміємо, і напередодні нам писали до нас на наші месенджери, писали люди, та на що ви запікуєте, ми зараз всі так спілкуємося, але ми не будемо, все ж таки ми телебачення. Ань, дуже хочеться от вашого звернення до наших сил територіальної оборони, до всіх волонтерів, до всіх українців. Що ви сказали? Хочу обратиться к нашим войскам. Вы супергерои. Мне кажется, сейчас каждая женщина во всем мире мечтает выйти замуж за нашего украинского военного. Я тоже, не исключение, тоже в том числе. Вы просто какие-то... Я смотрю, и я не верю, я горжусь, что я украинка, я горжусь, что у нас такая армия, вы настолько крутые, вы мега, я желаю вам всем терпения, сил, здоровья. Причем, смотрите, ребята воюя, пока снимают нам, записывают видео позитивные о том, что все будет хорошо, и поэтому нужно собраться нам сейчас, не сдаваться. Я понимаю, что тяжело Украина, украинцы, я понимаю, что хочется раскиснуть и сказать, боже, когда это закончится, мне тоже хочется. Это периодами, но нам сейчас всем нужно с вами объединиться. И вот этот вот дух, посмотрите, какой у нас дух. Они же планировали захватить нас за 2 дня. За какие 2 дня? Мы просто вот так собрались, и все, они обосрались. Уже 12 дней они обсираются. Поэтому мы победим, в этом нет сомнений, поверьте. Я на связи со всеми гадалками, ведьмами, астрологами. Победа за нами. Потому что у нас есть дух, потому что мы единые, потому что мы любим нашу страну и нашу землю. Херши мы им отдадим. Идите нахуй! Ань, і ще останнє таке прохання, як людина, яка от видно тримає цей дух, бо теж у всіх зараз ці качелі йдуть вгору, вниз, піднімається. А за рахунок чого, яка думка, чи можливо є якийсь метод, як себе так включити, ми переможемо, ми найсильніші. Знаете, самое первое, почему, посмотрите просто новости, посмотрите все телеграм-каналы, посмотрите Верховную Раду, ну, я не видела, весь мир видит, что мы побеждаем, это первое. А во-вторых, в 33 года должна выйти замуж, это второе, то есть, ну, тут не исключено, вся Украина должна посмотреть эту свадьбу. Третье, ну, понимаете, есть, я даже когда вот ехала в Днепр, вот все равно, знаете, внутреннее какое-то, но у человека, который видит это все, когда бомбят, есть какой-то страх, у меня есть уверенность, я не знаю, я просто понимаю, что я многих украинцев своим позитивом поддерживаю, и поверьте, у меня есть уверенность, что мы победим, и это скоро закончится, и не будут больше умирать ни дети, ни люди, поэтому посмотрите, как мы крепко им даем просраться, нет сомнений, что мы победим. Какая украинская армия? Они приезжают к нам на КАМАЗах со Второй мировой войны, о чем вы говорите? Какая вторая армия в мире? Нет, может быть, с конца это да, но нет, самая лучшая армия в мире – это армия Украины, потому что у нас есть дух. Дякую величезне, дякую за такі слова, дякую, я сподіваюся, що всі це почули, це те, що всім зараз потрібно, це віра, єднання і все інше, і дякую вам величезне за те, що до нас вімкнулося, дякую, що тримаєте зі своєї сторони і інстаграм фронт соціальних мережах, це теж дуже важливо. Анна Алхім, блогерка, одна з найперших блогерів в Україні, просто блогер-мільйонник, яка має, ну, це топ. Анна Алхім, це топ, насправді, вона популярна не тільки в Україні, а й далеко за межами України. На неї багато хто підписаний. Дякуємо їй за те, що вімкнулася для нас з Дніпра.